Здравствуйте, меня зовут Бабаев Вячеслав, я студент Саратовского областного базового медицинского колледжа. Сегодня я представляю проект приложения «Аускультация сердца». Цель нашего проекта – поиск и реализация новых возможностей, связанных с медициной, образованием и современными технологиями. Задача нашего проекта – освоить доступные средства для разработки мобильных приложений и разработать мобильное приложение для использования в медицинском образовании. Сердце – это сложный орган, состоящий из мышц, соединительных структур и клапанов. Во время сердечной деятельности отдельные части органа сокращаются, что приводит к перераспределению крови по полостям. Сокращения сопровождаются звуковыми колебаниями, распространяющимися по тканевым структурам грудной клетки. Аускультация сердца – это выслушивание его тонов в определенных точках. Это простая и занимающая совсем немного времени процедура, относится к одним из важнейших методов диагностики. Сейчас существуют тренажеры для обучения аускультации сердца и легких. Они делают учебный процесс более реалистичным и эффективным. Прослушивание аудиозаписей аускультации уже давно используется в медицинском образовании. Реализация проекта. Наш проект заключается в разработке своего варианта аудиоплеера для прослушивания в учебных целях звуковых файлов аускультации сердца в виде мобильного приложения. В проекте используется среда визуального программирования GitHub Inventor 2, которая создает мобильные приложения для Android. Данная среда программирования очень похожа на среду Scratch, потому что она достаточно простая и создана теми же самыми людьми. В наших исходных блоках кода можно заметить, например, различные, точнее целых 5 вариантов плеера для разных точек. Собственно говоря, блок, в котором присваивается номер аудиофайла, блок, в котором идет работа со списком заболеваний, блок для регулирования громкости и блок уже непосредственно для генерации имени файла. После запуска приложения из списка выбрать сценарий состояние пациента. В процессе обучения из звуковых файлов воспроизводится звук ритмов сердца в разных точках. Точки аускультации сердца выбираются прикосновением к изображению на экране смартфона. Стоит отметить, что слушать нужно либо через наушники, либо через колонки, потому что они передают низкие частоты. Среда визуального программирования MeetUp Inventor 2 очень удобна для создания мобильных приложений именно в рамках проектной деятельности. В настоящее время работа над этим проектом продолжается, и сейчас нам помогают преподаватели терапии в поиске учебных аудиозаписей аускультации сердца при разных заболеваниях. Сейчас я продемонстрирую, как это приложение работает. Итак, открыв приложение, мы можем видеть интерфейс, в который входит 5 точек для прослушивания аускультации, регулятор громкости, чтобы можно было регулировать не только в самом телефоне громкость, но и в приложении. И если мы пролистаем вниз, у нас есть список заболеваний, которые мы можем прослушать. Выбираем нужное нам заболевание и выбираем нужную нам точку.